Друзьяшки, всем привет! Я Таня Боня, вы у меня на канале. И это видео будет про Рамблу. Если вам интересно посмотреть Рамблу за 3 минуты, смотрите. Там я сначала вначале немножко рассказываю там про живые статуи, там немножко это, а потом пойдет гиперлапс. Приятного просмотра! Я, собственно, и дошла наконец-то до Рамблы. И наконец-то я сегодня увидела эти живые статуи. Вон, видите? Ну ладно, я подойду поближе. Так, против солнца снимать нельзя. Ну, короче, вот он. Колумб. Так, Колумб. Вот Рамбла. Вот статуя. Сейчас мы попробуем ее снять. Господи, как они в таком одеянии в такую жару стоят? Это какой-то капец. Еще тетечка знаменитая. А денежку кинула, сфоткаться забыл. Вот эта тетечка сидит уже очень много лет. В 2010 году. Когда я здесь была, она уже здесь была. А тетечка в синей футболке. Ей очень интересно, как она там сидит. Разглядывает, изучает. Ладно, пойдемте с вами дальше. Вообще, если кто смотрел «Орел и Решку», по-моему, в перезагрузке это было. Там как раз-таки очень рекомендую посмотреть про Барселону. Да, перезагрузка с Ивлеевой и Птушкиным. Там как раз-таки вот этот вот дядечка рассказывал о работе скульптурой. Он здесь изображает. Вот он только-только наводит макияж, мухуяж. Мужик специально, видимо, встал жопой ко мне, чтобы я не снимала. Ну вот этот вот дядечка, он изображает Христофора Колумба, и он как раз-таки в «Орле и Решке» рассказывал о работе вот этих живых статуй. И я хочу сказать о том, что это крайне нелегко. Чтобы работать живой статуей, ну, нужно иметь 2 диплома, товарищи. И тогда тебе разрешат выйти и работать на Рамбле живой статуей. Ну и, между прочим, как бы вот в «Орле и Решке» сказали, это Дон Кихот у нас. В «Орле и Решке» сказали, они неплохо зарабатывают. Как сказал дядечка, по-моему, хороший день у них до 100 евро. Это очень нормально, да? Так, за денечек 100 евро. Так, а тут какая-то ярмарка. Раньше здесь не стояли. Ну, правильно, праздник, потому что поэтому наставили всяких вот этих вот палаточек, где продают всякую лабуду. Ну что, гиперлапс?
there, cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face, yeah, so lift me up. I'm moving on, singing and dancing while I play my song, yeah, I'm having a good time, keeping it going, come on, clap your hands, and won't you sing along, and I'll take it up high. Я не могу отдышаться прямо. Сегодня, короче, в Барселоне все-таки жарче, чем вчера. И ветерок не такой прохладный. Короче, это уже не моя комфортная температура. Сейчас я снимала гиперлапс Рамблы. Я профигачила быстрым шагом всю Рамблу за 23 минуты. Гиперлапс там получился на 3 с чем-то минуты. Вот. Просто в такую погоду. Быстрым шагом. 23 минуты. Для меня это подвиг просто. Естественно, я опять вся мокрая. Фу. Ну, сегодня немножко этого BB-кремчика наложила. Как ее пудрякой напудрюкать. Все это потекло. Все, немножко надо отдохнуть. Увидимся.